Всем привет, дорогие зрители! Нашел дизайнерскую квартиру в районе Джигджили, недалеко от торгового центра Аланио. До моря здесь 1143 метра максимум до воды. Ногу суете в воду и все, отдыхаете. Хорошая территория. Проекту у нас 13-14 лет. Вниз не буду спускаться. Бассейн видите, как листочек. Есть генератор. Айда 400 лир. Там зона барбекю. Есть открытая парковка. Детская игровая площадка. Первый высокий этаж. С квартиры прямо выходите к бассейну. Видите, как хорошо сделано. Можете застеклить. Балкон большой. Дорогие зрители, все в шаговой доступности. Сеть магазинов Тахтакале, торговый центр Аланиум, торговый центр Метро в той стороне, там 200 метров отсюда или 300 метров, там речка протекает. Интернациональный район. Так что подумайте. Хорошая цена, которую я оглашу внутри квартиры. Ждите. Смотрите ролик до конца и ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Заходим, ноги почистим, чтобы не загрязняли. Шторы. Диван. Подушки в подарок. Люстра, кресло, видите, такой вагнутый, такой хорошенький. Да. Посмотрю мебель. Что покрашено. Эско. Ну, бытовая техника старая. Здесь у нас кладовочка, холодильник. Гостиная, совмещенная с кухней. Здесь, я думаю, что 20-25 квадратных метров между ними. Полезная вся площадь. У нас тут длинный коридор. Это да, керамика. Покажу пол, потолок. Первый санузел. Как видите, отделили. Можно здесь шторку поставить, чтобы запах не пошел. Стиральная машинка. Накопитель системы Ariston. Электролюкс. Душевая кабинка нормально, хорошо сделано, открываем. Так, не маленькая, нормально все. Нормально. Нормально дели, нормально будет. Угу. Спальня. Также выход на балкон. Большая спальня. 15 квадратных метров. 15 квадратных метров. Так, видите, выход на балкон. Кондиционер старенький, электро. Второй санузел тоже хороший. При каждой съемке звонки. Секунду. Так. Душевая кабинка. Тоже полноценный санузел. Мраморная моечка у нас. Форточку не забыли. Ага. Увидели первую спальню. Продолжаем смотреть дальше. Смотрим сейчас вторую спальню. Здесь хорошая прихожая. Вата как будто надо будет. К
квадратных метров здесь вся полезная площадь, как минимум 100 квадратных, нет, как минимум 90 квадратных метров с балконом вместе полезная площадь. Нетто. Здесь все на рынке брутто говорят, 120, 130, нет такого, такого. Запомните, дорогие зрители. Знаете, вам я отмерю эту спальню, чтобы сами потом посчитать. Коридор, наверное, где-то 10. Раз. Два. 12 квадратных метров, 12,5. Это спальня. Что только не придумают. Все, я выйду сейчас во двор и сниму вам инфраструктуру. Итак, у каждой квартиры есть своя кладовка на нижнем этаже. Цена этой квартиры 158 800 евро, дорогие. Понятно? Звоните по номеру. Плюс 90 555 064 91 10. Сейчас я вам сниму снаружи, что есть, увидите все. Я подвал спущусь. Кладовки, вроде говорят, тут есть. Увидите. Не туда зашел. А, вот. Да. Вот кладовочки, видите, там увидели, дальше туда продолжается. И подвал показал. Итак, вышел я из квартиры, здесь пандус, лесенки. Раз, два, три, пять ступенек. Генератор, теннисная площадка, парковочные места. Вот фасад здания. Что еще там есть? А баскетбол, площадка, с той стороны садик. Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот евро. Вот так вот. Увидели всю территорию? Спасибо. Не смог выйти там с балкона, отсюда пройдешь. Как бы вот такой этаж. Первый высокий. Потому что подвал есть. Там сырости не будет, так как подвал внутри. На нижнем этаже еще один этаж, вы видели, да? Решать вам, кого интересует какая-нибудь другая недвижимость, 1 плюс 1. Сейчас 1 плюс 1 на рынке мало осталось. В основном 2 плюс 1, за это снимаю 2 плюс 1. Так по запросу еще 1 плюс 1. И на ходу лечу, как орел, и показываю недвижимость. Все. Со мной нужно быть честно, и я буду с вами честен. Так что звоните, пишите. Мистер Агаси ждет вас в Алании. Всем пока-пока.